Всем добрый день! Сегодня будем делать вот такой новогодний интересный домик-фонарик. Делается совершенно несложно. Кому интересно, смотрите видео дальше. Для домика я взяла тонкий картон и фоамиран. Глиттерный и фоамиран глиттерный самоклеющийся. Видео буду делать, домик, вернее, буду делать молча, чтобы сэкономить ваше драгоценное время. Но некоторые советы все-таки буду озвучивать, потому что меня даже смотрят дети. Итак, как сделать такой новогодний домик? Для начала надо сделать трафарет. Его лучше всего делать на миллиметровой бумаге или на обычном тетрадном листочке в клеточку. Складываем обязательно в два раза, чтобы трафарет был точный. Сначала 5 сантиметров, здесь до крыши 9,5, всего 17,5. Здесь крышу потом делаем вогнутой, здесь 0,5. И домик внизу будет поуже на 1 сантиметр. Вырезаем. Вырезаем таких две детальки. И без крыши вырезаем тоже две детальки. Чтобы вы не обожгли пальцы, клей нанесли, 2 секунды просчитали. И потом еще 3 секунды. И вот через 5-6 секунд уже клей вас не обожгет. Лишний клей уйдет. Он скатывается. А то некоторые пишут, пока сделали игрушку, все пальцы обожгли. Раз, два. И раз, два, три. Внутри домика клей, конечно, ничего страшного, если будет клей. Но есть же игрушки, которые клеятся вот клеем как бы наружу. И вот это правило 5 секунд, чтобы клей высох, очень даже вам пригодится. Не высох, вернее, а остыл. Видите, я не тороплюсь этот клей убирать. Делаем так все детальки. Thank you.
Крышу можно, конечно, приклеить на обычный фоамиран, не самоклеющийся. Значит, здесь я вставила пленку. Эта пленка называется жидкое стекло. Смотрите, ее даже не видно. Если такой пленки нет, подойдет обычный файл. Но, конечно, легче приклеить эту пленку, когда домик еще не собран. Просто я вот закружилась с камерой и немножко этот момент упустила. А одно окошечко заклеивать не будем. Здесь у нас будет вставляться гирлянда. Нарезаем полосочки по 2,5 сантиметра. А этот цвет по 1,5 сантиметра. И обклеиваем бока. На углах не растягиваем, а наоборот формируем вот такой уголок. Иначе фоамиран может отклеиться. Можно, конечно, взять и закрыть эти стыки ватой. Ну а если вы не любите кропотливую работу, можно вообще сделать все это без стыков, чтобы лист был сплошной. Но надо заметить, вот на таких рукодельных работах, чем больше деталей, тем эта работа выглядит интереснее. Здесь небольшие дефекты закроем ватой. Теперь нам надо сделать трубу. Труба 4-гранная, поэтому вот так 4 сантиметра. Здесь она идет ровная, а здесь вот по диагональке. Но так как труба у нас, вернее не труба, крыша у нас вогнутая, вполне возможно, что эта линия пойдет по-другому. Вот так пойдет линия немножко вниз. Труба должна быть перпендикулярна низу домика.
Вот такой сказочный новогодний домик у нас получился. Всех с наступающим Новым годом! Удачи, любви, благосостояния, всего самого-самого вам наилучшего. До свидания, до новых встреч!